Здравствуйте, в эфире новости Альметьевска, в студии Елена Марданшина. И вот о чем расскажем сегодня. На каждый вопрос есть ответ. Городские активисты встретились с представителями Татнефти. Главный интерес – открытие в районе производства малиинового ангидрида. На особой экономической зоне, где из него уже будут конечные изделия получать. Это зубной порошок, моющие средства. Погода ненастная, время самим создавать летнее настроение. Артистам из Лениногорска это удалось. Мастерство оценили жители села Нагорное. Вообще супер, я вам скажу, идея. Я вот сегодня здесь отдыхаю по-настоящему. Разминка перед началом нового сезона в Альметьевске прошел благотворительный матч между альметьевским нефтяником и столичным Акбарсом. Самый лучший, мне так показалось, был первый период. Мы сыграли. 4 августа в Альметьевске прошла встреча активистов города с представителями Татнефти. На площадке перед Дворцом культуры Нефче собрались около 50 человек. Их интересовало открытие в Альметьевском районе производства малиинового ангидрида. Это тема, которую горожане активно обсуждают в последнее время. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Еще вопросы какие есть, уважаемые жители? Отвечали на вопросы и вели диалог заместитель генерального директора компании «Татнефть» Ренат Шафигулин, директор нефтегазохимического комплекса «Сирень Сахапов», начальник управления «Татнефтегазпереработкой» Ильшат Шарипов. Интересовало жителей открытие в Альметьевском районе нового производства. Они смогли получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. Почему установку малиинового ангидрида решено строить на базе УТНГП? Какие технологии будут применены при ее возведении, как идет их поиск, на что обращается внимание, что сделают для сохранения и улучшения экологической обстановки. Также обсудили возможности развития производства и смежных производств города, района и края в целом. Малиновый ангидрид, вещество белого света, как твердый порошок, упакованный 20-килограммовый, в таком виде. Часть из них будем перерабатывать малиновый ангидрид, 3 деривативы малинового ангидрида, значит, на особой экономической зоне, где из него уже будут конечные изделия получать. Это зубной порошок, моющие средства, стеклопластик вот для душевых кабин, все остальное. Вам, пожалуйста, зайдите, я вам покажу, что из него получает из этого малинового ангидрида. Никакой ракообразующим или, значит, веществом вообще малиновый ангидрид не является. В это же время во Дворце культуры с жителями беседовал первый заместитель генерального директора по производству, главный инженер компании Наиль Ибрагимов. 50, а фактически даже до 2 не доходит. Вот то, что мы резервуар закрыли, значит, 25 раз меньше. Значит, дальше. Так, смесь углеводородов, значит, ПДК 200, фактически 2. Воздух стал чище. И вот это все показывает. Вот это все официальные замеры. А это мы хотели сохранить, поэтому мы этим делаем. Вот поэтому мы волнуемся. Спасибо, Татнефть, что сделали все. Знаете, значит, я живу значит, в центре Альметьевска. Вы нас не осуждаете. Я не осуждаю. Я наоборот говорю, что вы правильно делаете. Заботимся о будущем поколении. Я тоже забочусь. Разговор был детальным и продлился около полутора часов. Представители Татнефти подчеркнули, что открыты к дальнейшему сотрудничеству и готовы давать разъяснения по каждому вновь возникающему вопросу. Также стало известно, что компания планирует установить в городе экологические инфотабло. Специальные мониторы в онлайн-режиме будут размещать метеорологические параметры с температурой воздуха, силой и направлением ветра, атмосферным давлением, влажностью, а также с экологическими параметрами, среди которых уровень концентрации в атмосфере загрязняющих веществ – сероводорода, оксида азота, метана, смеси углеводородов, угарного газа. Также в настоящее время компанией «Татнефть» разрабатывается проект по высадке озеленительного пояса вокруг Минибаевского газоперерабатывающего завода, в рамках которого вокруг промзоны будут высажены многолетние деревья и кустарники. В Альметьевске продолжают чествовать ветеранов и долгожителей. Накануне 80-летие отметил один из старейших журналистов города, заслуженный работник культуры республики Анатолий Чернышов. В городе и районе он известен не только как сотрудник городской и корпоративной газет, но и как автор нескольких книг. С творчеством он не расстается и сегодня. В гости к юбиляру в праздничный для него день заглянула наша съемочная группа. Президиум Совета ветеранов, значит, поблагодарить вас за все ваши те годы, вы писали про сельское хозяйство, знаете хорошо район, вы писали о тружениках, тыла, войны, нефтяников.
Сегодня в доме у Анатолия Петровича Чернышова гости. Повод самый подходящий – 80 лет со дня рождения. Из них 40 лет он отдал журналистике. Он один из тех, кто много вложил в развитие периодической печати города и района. Большая часть его журналистской биографии прошла в газете «Знамя труда». А последние 6 лет перед выходом на заслуженный отдых Анатолий Петрович трудился редактором многотиражной газеты «Нефтяник» управления «Альметьевнефть». Мы работали творчески. Замечательно работали. Спасибо вам за то, что вы были с нами, за то, что вы заставляли нас, рейды проводили, наводили дисциплину. Да. Вот пусть ваша жизнь цветет всегда вот такая будет. Посмотри, какие красивые цветы. Вас поздравляю. Ваша работа всегда ценилась высоко. Мы вас ценили как редактора, знали. Потому что знали, вы можете и пропесочить, можете и хорошие, с хорошей стороны хорошо написать. Поэтому желаем вам здоровья, крепкого-крепкого. Анатолий Петрович родом из Черемшанского района, из деревни Нижняя Кармалка. Родной деревне посвящена его книга «Мы родом из Нижней Кармалки», которую он написал уже будучи на пенсии. А трудовой путь начинал электриком в Альметьевском РНУ. Будучи человеком многогранным и разносторонним, успевал заниматься общественными делами и даже выпускал стенную газету. Через некоторое время стал отправлять свои заметки в городскую газету «Знамя труда». Однажды мы, наш коллектив, Орну ездил на природу отдыхать. Я написал об этом небольшую информацию. Знаменка публиковала без всяких помарок. Ну, мне что-то интересно стало. И вот я так потихоньку вовлекся. Стал рабочим корреспондентом. Из рабкоров – штатные сотрудники. Окончив отделение журналистики Казанского университета, стал работать в «Знаменке». Писал на разные темы – промышленность, строительство, нефтяники и сельское хозяйство. Популярностью пользовались его фельетоны. В советской печати это была очень действенная форма критики, неизменно находившая отклик у читателя. В 1999 году Анатолия Петровича пригласили редактором в газету «Нефтяник». Но здесь он был играющим тренером. Продолжал активно писать и освещать трудовые будни нефтедобытчиков. По достоинству оценив его работу, руководство нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» присвоило ему звание почетного нефтяника предприятия. Есть у него и еще одна весомая награда – престижная республиканская премия «Хрустальное перо». Ну, родиться, что ли, таким надо? Или что-то в жизни человека происходит, что его подвигает к этому? Что просыпается какая-то золотоносная жила, как говорится, и человек открывается по-своему. Мы за весь период моей работы в НГДУ, мы под «Отнефть», а там было около десятка, наверное, многотиражных газет, мы всегда занимали первое место. Выйдя на заслуженный отдых, Анатолий Петрович смог наконец заняться тем, на что раньше катастрофически не хватало времени – творчеством для души. Так на свет родились книги «Мы родом из Нижней Кармалки», «Признание в любви», «Я к вам с доброй душой». Сейчас ветеран потихоньку собирает материал для следующей книги. Жизнь продолжается. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. И еще одна информация. Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан совместно с международной компанией КПМГ в августе и сентябре этого года в Казани впервые проведет программу «Экспортный акселератор» для субъектов малого и среднего предпринимательства, ранее не осуществлявших экспорт. Акселератор предоставит бизнесу уникальный шанс не только вывести продукцию на экспорт, но и получить экспертную поддержку на каждом этапе. Участие в программе бесплатное. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Это нужно сделать до 8 августа. Это еще не все новости. Смотрите далее в эфире. Погода ненастная. Время самим создавать летнее настроение. Артистам из Лениногорска это удалось. Мастерство оценили жители села Нагорное. Разминка перед началом нового сезона. В Альметьевске прошел благотворительный матч между альметьевским «Нефтяником» и столичным «Барсом». В районах республики продолжаются перекрестные концерты. Самодеятельные коллективы районных домов культуры отправляются на гастроли к соседям. Они обмениваются не только опытом, но и традициями. А зрители получают возможность познакомиться с творчеством других районов и сравнить их со своими артистами. Накануне такой концерт прошел в селе Нагорное.
Селеногорное кичуйского сельского поселения, на гастролях артисты из Лениногорска. В центре внимания зрителей два больших коллектива, солисты и артисты разговорного жанра. Русские народные песни звучали в исполнении ансамбля «Россиянка». Песни потому так и называются, что от народа и для народа, а потому подпевают все. Костюмы – обязательный атрибут, расшитые косоворотки, украшенные кокошники, подбитые сапожки, каблуками которых можно выстукивать ритм народного танца. Танцевальный коллектив в программе был один – ансамбль «Перепляс», но исполнял и русские, и татарские танцы. Задача, которую решают перекрестные концерты – культурный обмен между районами. Обмен – понятие широкое. Тут и обмен опытом, и обмен национальными традициями, и обмен творческими идеями. Но для зрителя немаловажно – обмен артистами. Свои уже хорошо знакомы, на чужих интересно посмотреть. Вообще супер, я вам скажу, идея. Я вот сегодня здесь отдыхаю по-настоящему. Вообще это здорово. На самом деле праздников очень много. Встреч очень много, артисты надоедают свои, даже вот район, мы же и в город выезжаем, везде кого-то приглашаем. Ну, на самом деле, вот нужно вот что-то новое. Это очень хорошая идея. Были в концерте и эстрадные номера. Что не песня, то шлягер. Взять хотя бы черемуху белую, цветение которой сопровождают летние холода или звездное лето. Хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно со мной общалось. Все свое выступление лениногорские артисты подвели под общую тему «Рецепт летнего настроения». А в каждом рецепте должна быть изюминка. Такой изюминкой в программе были юмористические монологи и миниатюры, тоже на очень народные темы. Будь то глухие бабки или экономный муж. Потом в ресторан свожу ее, потом на такси домой. Так, отлично. Итого 5800. Ух ты. А что, если не 47 роз, а скажем, одну... Гвоздичку! Смех, веселье и улыбки зрителя – награда для любого артиста, а аплодисменты стоя – так награждают уж совсем больших музыкантов. Но даже не это мерило хорошего выступления для по-настоящему народных артистов. Показатель успеха у публики – это когда на выходе артист и зритель могут обменяться частушкой. Сама идея перекрестного концерта не подразумевает того, что артисты Альметьевского района должны обязательно сразу быть в Лениногорске. Их может принять и Елабуга на Яблочный Спас. А в Лениногорск можно и потом, на обратном пути. У нас заканчивает Лениногорск свои гастроли, и теперь приходит очередь наша. Альметьевск завершит тур Лениногорск-Альметьевск. И мы 16 августа поедем в Новоспасск, в Лениногорский район. Вы видели, какое настроение в зале и какой настрой у артистов, которые работают на сцене. Я думаю, не стоит вспоминать, чья это идея, но то, что эта идея прижилась и прижилась в республике, здорово. Концерт этому доказательство. Закончатся традиционные концерты в сентябре. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Теперь о спортивных событиях. В Альметьевске прошел товарищеский матч между «Нефтяником» и троекратным обладателем Кубка Гагарина казанским «Акбарсом». Обе команды сейчас на низком старте перед началом нового сезона. Для «Акбарса» это была первая игра после перерыва. Билеты на матч были распроданы задолго до его начала. Дворец спорта «Юбилейный» в этот вечер посетили более 2000 человек. Там побывала и наша съемочная группа. «Нефтяник» и «Акбарс» встречаются на одном льду уже в 9-й раз. Для альметьевских болельщиков это большое событие, а потому трибуны в этот день были переполнены. Фанаты обеих команд ожидали от встречи зрелищной игры. Кирилл Петрова, это его дедушка, играл в хоккей у нас в Чистополе, начинал играть. А как думаете, кто сегодня победит? Не знаю даже, 50 на 50. Дружба, наверное. Нам очень нравится, мы вообще почти каждую игру «Нефтяника» посещаем. Это наша любимая команда, и мы ее очень любим. Да, обожаем нашу команду. Вперед, «Нефтяник»! В каждой встрече «Нефтяников» и «Акбарса» счет открывается ближе к середине матча. Так получилось и на этот раз. Отличился капитан гостей Данис Зарипов. Минимальный счет держался долго. Только ближе к концу основного времени «Нефтяники» смогли отыграться благодаря точному броску новичка команды Ивана Иванова.
В овертайме острых моментов команды создали предостаточно, но все же победителя пришлось определять в серии буллитов. Гости быстро повели 2-0, но в этот критический момент хозяевам удалось ответить двумя успешными попытками. И все же более высокий класс игроков Акбарса дал о себе знать. В шестой буллитной перестрелке точным стал только один бросок легионера казанцев Патриса Кормье. Казанцы выиграли со счетом 1-2. Самый лучший, мне так показалось, был первый период. Мы сыграли. Он только как бы начался. Обычно, может быть, думал, что мы в конце разыграемся, да, но получилось наоборот. Первый период нам удался, второй, к сожалению, нет. И третий, два периода таких не очень. Соперники сегодня очень хорошо действуют, как в скорости, так и в тактических моментах. То есть молодцы, достойно играли, достойно сыграли. И я думаю, всем зрителям понравилось, что «Нефтяник» довел игру до овертайма. Матч благотворительный. Вся выручка от продажи билетов, игровых маек команд с автографами хоккеистов и отдельных добровольных пожертвований будет передана на лечение болельщицы «Нефтяника» Юлии Елисеевой. Тимур Туманов, Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметис ТВ. И узнаем, какая погода ждет нас в предстоящие сутки. 6 августа в Альметьевске будет облачно, днем и ночью ожидаются дожди с грозами. Ветер северо-западный порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов, днем 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Заходите на сайт Альметьевск ТВ, там вы найдете еще больше новостей и все выпуски наших передач. А написать нам можно через наши страницы в социальных сетях. Делитесь историями, рассказывайте об интересных героях, задавайте вопросы. Будем делать новости вместе. На сегодня это все. Далее в эфире передача «Без сюзги Абарабас» с Филизой Хамидуллиной. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.